Самоизоляция может пойти на пользу, это доказали работники культуры. Многие освоили смежные, так сказать, специальности и научились в короткие сроки снимать и монтировать видео. В Доме культуры села Косякова даже хромакей появился. Здесь по понятным причинам немноголюдно, но на сцене идет привычное представление. Правда, не для зрителей, а для контента странички в соцсетях. Вот, например, подготовка к Дню России. Зачитываю. Сегодня... праздник! Настоящий, самый лучший, самый интересный и самый крутой День независимости России! Ура! Самый молодой праздник! Ура! А я как раз пирожков напекла! Да что твои пирожки? Любавонька, будут разные акции, мероприятия онлайн, челленджи. Сотрудники Дома культуры за последние 2 месяца так поднаторели в съемках, что даже клипы стали производить. Последний отметился большой победой – первое место в международном конкурсе национальных культур. Министерство культуры Московской области поступила такой акция, была выложена акция челленджа «Песни подмосковные вечера» ко Дню письменности. Соответственно, участвовали многие разные коллективы, организации в этом челлендже. И мы решили не просто банально спеть эту песню, а попробовать сделать что-то вот типа клипа. Изучить программу монтажа. Это самое первое, что пришлось, естественно, скрупулезно сидеть и изучать, пробовать и путем методом ошибок, проб доходить вот до какого-то варианта. Сюжет понятный и милый сердцу провинциала. Горожанка, ее играет худрук ДК Елена Андреева, проезжая по делам мимо необъятных полей, вдруг останавливается, выходит полюбоваться простором и вспоминает, как же давно она не видела подруг. Мы такой самодеятельный творческий коллектив на фотоаппаратик, то есть когда ты не понимаешь, в общем-то, как в кадре ты выглядишь, ты не можешь просмотреть. Были моменты, когда можно было посмотреть, но у нас так много было всего, так много всего хотелось заснять, очень много красивых мест в Подмосковье нашем. Мы просто получали удовольствие. Не было прописанных слов, прописанного текста. Мы просто должны были показать, как нам хорошо вот здесь, вот в нашем любимом родном Подмосковье, как мы его любим и как мы любим проводить просто вечера в хорошей дружной компании. Самобытность – вот что важно. И смелость ставить перед собой сложные задачи. За короткий срок освоить новую профессию непросто, а еще совместить в себе режиссера, монтажера и оператора. И пусть кое-где в кадре расфокус, мы четко видим главное – доброту общения и радость встреч в эти тихие подмосковные вечера. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Татьяна Колганова, Евгений Страдубов, новости Искровект.